Когда будете ехать со стороны Франции, для грузовиков будет вправо съезд, там будет паркинг, вам дадут такой контрамарка, или как она называется. В общем, здесь правило проезда туннеля. Дистанция от машины должна быть 150 метров, скорость не более 70 километров. И обгон запрещен. Ну и желательно, чтобы радио было настроено на вот эту волну. Дистанция 150 метров, не меньше. Вот я 11 июля буду проезжать туннель. Также вам ваше, не руководство, ну короче, нам диспоненты проплачивают туннель и дают вот такой референс номер. Перед самим туннелем я показываю референс номер, и все, и спокойно проезжаем.